А сейчас разыгрывается золотая медаль чемпиона России в полутяжелом весе. Встречаются Ибрагим Саидов, Дагестан, Хаджимурат Габсаров, Московская область. Оба представляют ЦСКА. Сюда, да, тоже Абрахам. Параллельный зачет. Судья, пойми. Судья, в сторону. Судья, отойди, пожалуйста. Врачка сам должен работать. Ибрагим Саидов, Дагестан, Хасавюрт, мастер спорта международного класса. 9 лет занимается борьбой. Тренер, заслуженный мастер спорта Гаджи Рашидов. Саидов является чемпионом Европы 2007 года и двукратным призером Кубка мира, победитель международных турниров памяти Али Алиева и Шамиля Умаханова. Ибрашка, работа мунгу, алцы камеле! Хаджимурат Гацалов, заслуженный мастер спорта, тренер Владислав Цибоев, олимпийский чемпион Афин, неоднократный чемпион Европы, двукратный чемпион мира. Хаджимурат. Гацалов проводит свой пятый поединок на этой соревновании. Давай, атака, атака, Ибрагим! Бог, малай, бог! Чуть-чуть. Вот так, вот так.
так работает. Ибрагим, сюда атака, атака, Ибрагим. Двухвальный, Ибрагим. Да, да, двухвальный, Ибрагим. Ибрагим, давай, халты сюда. Третий минут. Третий минут, выдох. Кстати, мы можем быть благодарны организаторам соревнований за то, что используется здесь такой прекрасный экран, где можно увидеть все повторы. Это впервые такой экран демонстрируется на чемпионатах. Ибрагим, халты могу, халты чечего, загонек. Ибрагим, лет, смоги мун! Свою борьбой борись! Давай! Московская область.